Сотрудники госавтоинспекции поздравили новоиспеченных ДДШ вступлением в отряд и пожелали быть достойными его представителями. Вручили нагрудные значки и галстуки. Начинающим корреспондентам полицейские вручили удостоверение членов пресс-центра, рассказали о целях, задачах и функциях отряда. Сотрудники полиции пожелали ребятам быть внимательными и дисциплинированными участниками дорожного движения. Повторили им правила для пешеходов, пассажиров и юных водителей. Праздничное мероприятие проходило в игровой форме, чем вызвало много положительных эмоций у дошколят. В ходе игр ребята повторили правила дорожного движения и дружно ответили на вопросы викторины, поиграли в игры, направленные на активацию знаний правил дорожного движения. Друзья дороги детства впервые попробовали себя в роли журналистов и взяли интервью у гостей. Собеседники с удовольствием ответили на вопросы, пропагандирующие соблюдение правил дорожного движения. А в ходе игр ребята повторили правила дорожного движения и дружно ответили на вопросы викторины, поиграли в игры, направленные на активизацию знаний ПДД.